Всем привет, привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске мы, конечно же, проведем на кого-то гайдец рандомный. Сейчас посмотрим, на кого он выпадет. Поможет нам в этом чудо-сайт. Число вы помните, как обычно, 81 максимальных монстров, которых я рассматриваю. 76. О, очередная первородка, 76. Возможно, мечта кого-то сбудется сегодня на обзор первородки. 76 у нас не было, сейчас будем смотреть. Так, сайт мы закроем. Сейчас добьем мы немножко эту локацию. Так, все, выключаем. Кликер. 76, интересно, кто же это у нас? Я просто не помню, 77, кто у нас был. Ладно, сейчас посмотрим. Какая-то из древних, наверное, первородок. 76. Дела такие. Давай, давай. Да, постараюсь своему року сделать либо 100% шанса крита, либо вообще его сделать минимальным, чтобы он не критовал и не тратилось вот это вот время на анимацию скилла. Так, посмотрим, кто же у нас сегодня. Так, у нас гайд припадет на пионеров. Да, пионеры у нас сегодня будут в гайде. Ну, насколько я правильно посчитал, 76 номер. Перейдем сразу к выкнутым вариантам. Боже, как же он меняется, посмотрите, да? Знаете, я их могу сравнить с этими, с джокерами. Вот они тоже все такие маленькие, господи, маленький этот прыщавый джокер. Все дела, и тут вырастает такого типа дяденьку, да, серьезно, вот такого, ну, юношу. Вот, и петух у него с головы слазит на руку. О боже, у него, он еще петушок тоже подрастает, кстати. И палка у него больше становится. Ладно, дела такие. Итак, перейдем к Чхиву. Чхиву. По классификации своей он здоровье. Да, конечно же. Следовательно, здоровье у него параметр повышается больше всего. То есть есть вариант ставить руны какие-то на ХП. И от этого вы сможете сделать ему как можно больше показатель уровень максимального здоровья. Да. Итак, перейдем к скиллам. В плане там каких-то статов все очевидно, все видно. Стандартная скорость. Скиллы. Атакует всех, атакует врага энергией, понятно, усыпляет врага на 2 хода с 15% шансом. Степень урона зависит от твоего максимального здоровья. Что скажу в плане скилла. 100% скилл качается один раз еще на шанс вот этого прохождения дебафа. То есть будет шанс прохождения усыпления 20%. Много или мало решать вам. Ты попробуй немножко надавить. Ничего, это нормально. Это же вы. Я знаю, поэтому я говорю, это нормально. Но скажу так, когда он проходит, вот допустим, да, срезистить его, насколько я помню, даже невозможно. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Его можно сравнить, знаете, с каким скиллом? У русалки воды есть третий скилл. Он тоже не резистится и проходит всегда и абсолютно. Хотя в скилле это не написано. Но Чхиву тяжелее протестировать, потому что вот эти вот 20% это нужно долго играться со всеми этими пионерами. Но постараюсь я как-то все-таки посмотреть, когда особенно я одену своего Чхиву. Вы знаете, огонь и вода у меня есть из пионеров. Вот, было бы неплохо еще ветер получить. И где-то, как я говорил, это контра такому персонажу, как Веромос. Потому что, вы знаете, Веромос слип не снимает ни с себя, ни с кого-то из своих друганов в пати. Так, перейдем ко второму скиллу. Мудрость Северной Звезды. Атакует врага два раза. Каждая из атак имеет 75% шанс снять по одному усиляющему эффекту с врага и 75% шанс помешать получению усиляющих эффектов на два хода. Эта атака всегда... Давайте сначала первую часть разберем. То есть... Я не помню, как скилл точно называют, то ли Бенефикал, или... Я его почему-то Бенедиктом называю, это такая вот как бабочка, если вы знаете такого персонажа, как Меган. Меган это ведьма воды, у нее очень схож вот второй скилл вот у Чхиву, и у Меган они очень похожи, даже, по-моему, шанс прохождения, срабатывания, действительно. Но здесь единственное, в чем разница, здесь на два хода, то есть можно повесить эту бабочку. И там Меган бьет один раз, а здесь Чхиву бьет два раза, то есть... По сути дела, у Чхиву, ну, в два раза круче скилл, если это можно так сравнить. Вот, что еще хочу сказать по первому ряду этого скилла. То есть атакует два раза, следовательно, у вас с каждой атаки будет свой 75% шанс. Первое, это снять дебаф с кого-то, ой, баф с кого-то, к примеру. И второй шанс, опять же, с каждого удара, это повесить бабочку.
Что скажу в плане еще этого скилла? Я неоднократно говорил, что такой как Чхиву и еще ветреный представитель, я свет тьму не помню, просто у кого еще есть подобный скилл второй, они являются прямой контроль такому персонажу, как Ифрит Ветра, Теомарс. Почему? Потому что если вы сходите через Чхиву по Теомарсу, и сейчас мы перейдем ко второй части, вот эта атака всегда приходится как разрушающий удар, независимо от свойства выбранного врага. И почему я взял именно Ифрита? Потому что, допустим, огонь по воде, вы знаете, бьет часто через гланс, то есть это не лучшая атака, и лучше, конечно же, огнем воду не бить. То есть огнем желательно бить либо огонь, ветер, там другие стихии, но не воду. Это война стихий, это все прекрасно знают. Но со второго скилла не бывает гланса. И что означает вот эта вот штука, как разрушающий удар? Это доминация над стихией. В плане разрушающий удар, что еще могу добавить, эта атака никогда у вас не кританет. Это проверено, это факт, это знают многие, но не все. То есть сколько бы у вашего Чхивы не было шанса крита, крит дамаги и все остальное, на урон от этого скилла будет зависеть лишь... Что будет зависеть? Лишь ваш показатель атаки. Белый, ну и плюс, конечно же, срун. Ничего другого влиять не будет. Ни крит шанс на то, что вы типа там кританете, критануть вы не сможете со второго скилла. То есть дамага будет, в принципе, одна и та же, но уже будет зависеть, конечно же, от защиты монстра. Все-таки хоть немножко, но свойства там и всего такого, как там звездочки станут в небе и так далее. Да, увидите, как раз и нарисованы какие-то там звездочки. Вот. Созвездие. Что еще хочу рассказать по поводу этого скилла, то есть сверхудар нанесет атаку такую, что будет в принципе больно. Для такого персонажа, как Теомарс. Почему? Потому что если вы Чхиву сделаете около, но опять же, это зависит от прокачки ваших зданий и тому подобное, потому что мне многие пишут, ой, у моего Роука 1500 дамаги, а я почему-то не фармлю хард, потому что у вас здания тоже на нуле и не раскачаны, либо там какие-то руны можно подточить и сделать его сильнее. Да, также скажу и по поводу Чхиву. Чхиву может хороший, очень хороший Чхиву, такой дамажный Чхиву, а не хпшный. Он может со второго скилла ваншотнуть Теомарса. Почему? Потому что, вы знаете, ваншотнуть Теомарса не все могут, далеко не все могут, потому что у него после вот этого вот, как я называю, дохождение до оргазма, у него появляется щит. То есть, когда у него один хп остается, то есть его вот-вот должны убить, у него появляется щит. Следовательно, он останется жить. И после этого, если он в Виоленте, он может у вас еще и там чуть бы не всю команду разнести, либо его просто банально могут отхилить всякие там часунки и тому подобные персонажи. То есть, накинуть на него щит, вы все это прекрасно знаете. Но что делает Чхиву? К примеру, вариант первый. Если вы Чхиву бьете чуть бы не сразу, да, под бафом на атаку, к примеру, и, допустим, раскол будет еще на Теомарсе. Это стабильно. Чхиву его вынесет. Стабильно. Такой персонаж в пати, как я не знаю, та же белка, пират воды, это будет просто чудесно для Чхиву. И опять же, я не говорю, что Чхиву какой-то ДД. Он все-таки больше рассматривается как контроль плюс клинсер. И возможность, с возможностью отхилиться в бою за счет того, что он будет воровать бафы с третьего скилла. Но к нему перейдем немножко позже. Потому что второй скилл более интересен. И я считаю, его нужно рассмотреть полностью и рассказать о нем. Потому что он будет встречаться еще в дальнейшем у Ветра и у еще кого-то там, не помню. Вот, чтобы не повторяться дважды. Вот, что еще хочу сказать о скилле. То есть, когда вы, допустим, в первой ситуации бьете Чхиву под атакой через раскол, ну, опять же, я просто привожу ситуацию, чтобы не начали комментарии писать всякие бредни, атакуете Теомарса, то у вас есть возможность, первое, его ваншотнуть. За счет чего? Если вы атакуете два раза, естественно, этой атакой, потому что она считается как, ну, мультиатакой, можно ее считать, нельзя? Я думаю, да, можно, так как все-таки это не один удар, а два. Едем дальше, вы атакуете, следовательно, если вы сразу с первого скилла не повесили бабочку, у вас есть возможность со второго скилла повесить бабочку, а если вы повесили бабочку, следовательно, у Теомарса не появится щит. Вы знаете, почему я беру чаще всего Меган против Теомарса? Для того, чтобы она, допустим, с Виолента походила бабочкой вторым скиллом в Теомарса, и я имел возможность, допустим, Катариной его ваншотнуть, а не ударить там три тычки, а он останется жить и с одним хп разнесет всю мою команду. Поэтому Чхиву в этом плане где-то подобен с Меган, действительно подобен. И вторая ситуация, давайте рассмотрим. Это когда у Теомарса остается один хп, и на нем уже есть щит. Что скажу в этом плане? Чхиву точно так же, как и Меган. Он сначала снимает
Если 75%, конечно же, сработало, тоже не забывайте. Ваш Чхиву не всегда может ваншотнуть Тая Марса, потому что 75% это не 100%. Да, как ни крути. Вот, и есть всегда 15% резист, абсолютный, как я его называю, то есть его никуда никто не девал. Поэтому не нужно писать ни комментарии, типа, ой, я Чхиву походил и не убил Тая Марса. Не всегда это будет работать, но скажу так, в 8 из 10 случаев в среднем вы будете убивать. Это гарант, это даже Меган моя рассказывает и доказывает. А здесь две атаки. Если Меган легко, то Чхиву в два раза должно быть проще. Вот. Остался, допустим, 1 хп у такого Тая Марса. Неважно, там, допустим, вы его довели до щита, его чуть-чуть подхилили на 1005. Для чего этого будет, ну, более чем достаточно, я уверен. Он бьет, он снимает в первую очередь, допустим, если с первой атаки даже вам не повезло. Вторая атака, к примеру, снимает этот щит, непобедимость, и тут же наносится урон. Сначала снимается щит, а потом наносится урон. Это важно, потому что не все персонажи это делают. Вот я его часто сравнивал с таким персонажем, как Аквила, Мак Брауни, Ветра. Он, если снимет щит, он урон не наносит. Он сначала наносит урон, а потом убирает все бафы. Следовательно, такой персонаж, как Аквила, не может быть контроль в этой ситуации для Тая Марса. Он снимет щит, но у Тая Марса все равно останется 1 хп там или сколько хп после того, как снимет, и он там в ответ может развалять. А такой, как Чхиву, действительно может рассказать Тая Марсу, кто там в игре папка. Я думаю, я очень подробно объяснил в плане второго скилла, и вопросов не должно остаться. Такие дела. Едем дальше, к третьему скиллу. Атака рукавом. Да. Ох уж эти разработчики, не устают меня удивлять, но это лучше, чем проглатывание, да. Атакуют всех врагов мощной магией, чтобы нейтрализовать усиляющие эффекты. Усиляющие, заметьте, да? Вот это поворот! Не усиливающие, как мне там начали писать, нет такого слова. Вот. Я читаю русский язык, не я переводил. Так что тролли всякие там вылаживает и выкладывает, можете пойти лесом, на пне вас всех вертели и тому подобные люди. Да, поэтому не нужно меня поправлять, если в игре так написано. Я читаю лишь то, что написано в игре. Так что мне как-то насрать на ваши поправления. Да, вот такие вот поправляшки, да. Вот, чтобы нейтрализовать усиляющие, еще раз повторяю, эффекты. Восстанавливается на 5% за каждый успешно удаленный эффект. Вот, в плане первого, понятное дело, то есть скилл массовый. Он может, если у вас все там хорошо произошло, вы, не знаю, в школе хорошо учились, там, я не знаю, уроки все сделали, вас похвалили, то есть у вас есть возможность со всех врагов снять все бафы, которые они на себя накидали. Неважно, сколько их будет, 1, 2, 5, 10, если он снимает все. Да, если прокатило, конечно же, чтобы нейтрализовать. Вот, вторая часть восстанавливается на 5% за каждый успешно удаленный эффект. То есть, если так посчитать, допустим, к примеру, да, 4 цели. У них там, допустим, Хлоя походила по 2 на каждом бафа. И вам повезло, вы сняли со всех. То есть это 8 на 5. То есть Чхиву тут же может отхилиться на 40%. А если взять еще в пати там какую-то, допустим, Акасис, либо Меган, да, то есть это уже по 4 бафа в теории. То есть вы можете еще сильнее отхилиться. По сути дела, Чхиву может там чуть бы не с нуля отхилиться до фула. Но это уже дело, конечно, такой теории, практики и вообще как это все дело сработает. Скилл действительно тоже полезен против всяких баферов. Я не думаю, что его стоит разбирать конкретно. Что скажу в плане... Нет, давайте к лидерке перейдем. Увеличивает скорость атаки союзников на 24%. Лидерка работает абсолютно везде. Лидерка очень полезна, как на ГВ, так на арене. В данжах я бы, наверное, его не юзал. Единственное, когда я одену Чхиву, я попробую его поюзать, посмотрю, как он вообще себя покажет на драке B10. Почему? Потому что он вторым скиллом снимает щит, не щит, а иммунитет с драка, и еще и третьим скиллом будет снимать также этот иммунитет. Плюс там подхиливаться на этих несчастных 5%, но это тоже приятно. Посмотрю. Первый скилл, я понимаю, что не самый полезен, естественно, на боссе не работает, но хоть что-то, да, там может как-то заслипает кого-то по ходу. И плюс в плане сетов, которые я на него одену, это, конечно же, Deathspire. Лучший профит на Чхиву это будет Deathspire. Почему? Потому что вы имеете возможность, первое, снять бафы, отхилиться, если ваш Чхиву там, ну, где-то по он сидела, плюс застанить, что с первого скилла, что со второго скилла, что с третьего скилла. Третий скилл еще и массовый. Приятно, да? Походить против какой-то там Хлои, к примеру, либо
Омега и тому подобное, снять все бафы, так еще и в ответ кого-то, либо всех застанить. Это чудненько, ну 25% понятное дело, такой абсолютный рандом, но все же часто происходит так, я увидел во многих роликах, Чхиву станет хорошо и Despair сет не отличается ничем. В плане, на ком бы он бы ни был одет, работает он везде одинаково. Да, поэтому Despair плюс второй сет, знаете, тут уже можете одевать по ситуации. Я бы одел, ну, Blade явно я бы на него не одевал. Наверное, либо Focus, либо Nemesis, то есть за счет потери ХП он бы чаще ходил, к примеру. Можно одеть даже Will Set, если ваш Чхиву не очень быстрый, можно одеть Will Set, чтобы его вначале не застанили. И он мог походить, снять там бафы, либо вторым скиллом кому-то помешать, там снять опять же вторым скиллом бафы, либо не дать их наложить. Поэтому персонаж в Despair будет очень крут. В плане 2-4-6, конечно же, скорость во второй слот. Это естественно. Если вы поставите ХП, допустим, ХП-ХП, это не лучше будет Чхиву, потому что Чхиву, у которого там 120 скорости, можно даже его сравнить немножко с Часун. Полезности он не выдаст, так же, как и Часунка очень медленная. Но я не сравниваю скиллы, я просто вот сам фактор полезности сравниваю. Поэтому я бы ему сделал около 180 скорости, приблизительно, там плюс-минус 10, это будет шикарным вариантом. В четвертый слот, что бы я ему поставил? Явно не крит шанс, и крит дамага, наверное, ему не зарулит. Почему? Потому что второй скилл, вот с одной стороны хорошо, да, ударить по любой стихии и не иметь какого-то там гланса, плюс сверхудар, бла-бла-бла, все дела. Но, наверное, лучше бы, если бы этого не было, и вот вторым скиллом можно было бы очень сильно бить, за счет чего? Во второй слот я бы поставил скорость, в четвертый слот я поставил бы крит дамагу, а в шестой слот я бы поставил бы либо атаку, либо ХП, я бы уже смотрел бы от количества ХП Чхиву. Да, но большинство все-таки выбирают чаще всего это скорость, ХП-ХП, и я думаю, я также выберу, а точность я уже постараюсь какими-то допами добить, либо наоборот, я поставлю шестой слот точность, сейчас посмотрим, что у нее там апается, эффект точности, а, так у него еще и точности плюс 25 с прокачки, я думаю, даже допами будет проще собрать, либо поставить шестой слот, допустим, точность, если у меня не выйдет в других там, в других слотах, а словить ему, допустим, там ХП со всех остальных ром. Ну, как-то так. В плане девилмонов и всего остального, народ, по-моему, бредовый комментарий был от одного человека. Оговаривать о первородках, стоит ли вливать в них девилмонов или не стоит. По-моему, абсолютный бред. Переходим к воде. Вуса. Вуса, по своей скорости вы видите, он очень отличается от других. Почему? Потому что при эвейке он получает 15% скорости и плюс 1 за сам эвейк. То есть плюс 16 выходит скорость. У него, по-моему, родная 102 или 103, что-то такое. Ладно, ну не суть в этом. Итак, смотрим. Первый скилл, то же самое, все дела. Второй скилл уже отличается, конечно. Сила гор. Атакует врага мощностью гор. Размер урона повышается в зависимости от потерянного здоровья. Здесь, знаете, с кем бы его можно было бы сравнить? Даже с третьим скиллом Тревора, к примеру. Но все-таки работают они немножко по-разному, потому что разный процент. Я не буду его оговаривать, никого, чтобы не обмануть. Что скажу в плане этого второго скилла? И на своем... На своей практике, так как Вуса у меня одет очень слабенько, посредственно, но у него около 140, по-моему, критикал дамаги, потому что я в четвертый слот поставил критикал дамагу, но она недоточена плюс 15, но сам факт, то есть я когда брал Вусу, к примеру, против Хлои, мне запомнился один бой, когда моему Вусе оставили, ну, буквально писелюшку, пятачок ХП, там, плюнуть в него, и у него еще и петушара бы упал бы с руки. Поджарил бы его на гриле. Но Вуса что делает? Вуса ходит вторым скиллом по Хлое. Хлоя была фуловая. Он ее жахнул на 33, то ли 30... Ну, в общем, около... Лучше меньше скажу. 33 тысячи ХП Хлою. Без всяких там бафов на атаку. Без всяких расколов на Хлое и тому подобное. 33, мать его, тысячи. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? В моих фиговых рунах. Я так подумал, это неплохо. Но в этом же, наверное, и минус. Почему? Потому что, когда вы начнете бой, второй скилл Вусы абсолютнейшим образом бесполезный. Тем более, если вашего Вусу никто не бьет. И в чем еще минус? Вуса не может отхилиться, ну, никак и ничем. Даже сравнить Чхиву, Чхиву третьим скиллом может отхилиться хоть на несчастных 5%, если он у кого-то сворует хотя бы там какой-то один баф. Даже какие-то там селф-бафы, там типа Тревора, который с первого, со второго скилла себе накидывает. Он может немножко подхилиться. Вуса, конечно же, этим прекрасным свойством не обладает. Ну, персонаж все-таки такой специфичный. Но, действительно, в каких-то ситуациях за счет вот этой потери
хп, он может неплохо и вжарить. Да, но все-таки, если вы его оденете в крит дамагу, он потеряет свою полезность в плане третьего скилла. Почему? Потому что к ним уже и перейдем. Вот дарует жажда бессмертия. Ну ладно, нормальное название. Дарует всем союзникам иммунитет, который длится 3 хода и создает щит, равный 15% твоего здоровья. Здесь ничего тяжелого и длительного обсуждать не нужно. 15%, допустим, от скольки там, от 10 тысяч хп, да, это сколько там, 1500 выходит, правильно я считаю? Если вы сделаете, опять же, его жирнющим танком со скоростью 118, пользы он также не выдаст. Во второй слот я также советую поставить скорость. Вариантов на него одеть, наверное, два. Либо сделать очень быстро вусу, то есть, чтобы он походил и дал всем иммунитет, то есть, можно его одеть в свифт. То есть скорость плюс 25% для него хорошо заедет, тем более родная скорость 118. И сделает такому вусе около 220 скорости вполне реально, очень даже реально. Тем более начальная скорость, вы видите, даже больше, чем у той же Хлои. А много Хлои, у которых там 250 и больше скорости. Поэтому вусе сделает даже чуточку, но проще, со всякими там тотемами и прочими делами. То есть это первый вариант. Второй вариант — сделать его пожирнее. И чтобы он чаще, допустим, ходил, конечно же, я намекаю на то, что подеть комплект ему Виолент. Во второй слот, знаете, что ему можно поставить? Ему можно поставить либо вилсет, вилка, по такому формату можно называть, вилка, то есть на один ход дается в начале иммунитет до того момента. Для чего это делается? Для того, чтобы вы, допустим, вот думаете или там не уверены, что ваш вуса походит первый, либо там после Бернарда вашего первый, либо как вы там воюете через какие там стихии и какие контры к другим, то можно поставить действительно вилсет. Это поможет вусе пережить атаку и дать после этого еще, допустим, иммунитет на всех. И также щит спасет отчасти вашу команду. Да, ну скажу так, персонаж специфический, его юзать в данжах вообще нет смысла. Вот я его на драконе, пользы от него нет. Вторым скиллом он больно дракона не бьет. Иммунитет, да, полезен на 3 хода, щит также. Но первый и второй скилл для, по прохождению до дракона вообще абсолютно бесполезные. Бьют слабо, пользы не особо большой. В Деспайр явно его не оденешь, потому что первый и второй скилл, они точечные, и от этого толку не будет. Третий скилл урона не наносит, вы знаете, он просто дается как баф на своих же персонажей. Поэтому либо свифт комплект, либо Виолент. Второй сет, да, выбирайте уже по ситуации. Можно также и одеть Немезис. За счет потери своего количества хп он будет чаще ходить, чаще будет бить первым, вторым, третьим скиллом. Это я не думаю, что нужно объяснять. Единственное, если у вас вообще там проблемы, вам пофиг на то количество времени, сколько вы тратите на прохождение B10 дракона, можно его использовать, но с ним просто долго. Действительно долго, потому что он ничем не помогает, кроме третьего скилла. С первого и второго скилла он будет бить слабо. Дракона, да, он в теории может, когда его сольют, там ударить и на 10, и на 20 тысяч, но все-таки это не самый полезный персонаж на драконе. К примеру, та же, наверное, с кем бы сравнить. Тяжело сравнить, но я могу сравнить с Ундиной Ветра, Делфой. Немножко можно сравнить только за счет иммунитета. Она будет более полезна. Почему? Потому что она и подхиливает всю команду. И еще и первым скиллом, если кританет, закинет замедление. Это тоже полезно на боссе. Ну, вот такие вот дела, да, действительно, это будет более полезно, но опять же, смотря какие руны и на кого вы одели, там уже смотрите сами. Я лишь даю свои советы, я могу быть неправ, а решать лишь вам, как играть. Навык лидера увеличивает точность союзников на 41%. Лидерка также везде работает, лидерка очень, наверное, редко будет у вас юзаться, ну, разве что с какими-то бомберами, возможно, я так думаю, но не лучшая лидерка, действительно, вы знаете, какие лидерки я считаю хорошими. Фунгпэк, блин, его название вот это вот тяжело выговариваемое. Кстати, я еще не говорил о анимации, прикольно, вот этот вот дымок, да, пукана-дым, который также развивается, когда он там у вас по острову бегает, это действительно прикольно, тем более у меня их два, и они там бегают друг с другом, тусят, там петушки их корешат, ну вы понимаете, да. По статам не буду пробегаться. Единственное, знаете, в чем, наверное, минус этого персонажа? Персонаж, как ни крути, считается ДДшным. ДДшным персонаж считается, и тут никак
В этом не поспоришь. Но минус в том, что персонаж по классификации здоровья. Да, где-то в этом и плюс, что у него начальный буст по здоровью очень немаленький, как для ДД. Действительно немаленький. И за счет этого вы сможете дольше жить. Но, наверное, лучше бы у него был бы показатель атаки больше. Потому что нормальный показатель атаки для вообще шестизвездочного монстра 40-го левела — это начальный около 900. Вы знаете, есть, конечно же, там такой персонаж, как... Феникс Ветра, у которого 1098, насколько я помню, да, он один из самых сильнейших, по-моему, даже самый сильный в игре по начальному бусту атаки. Я не буду спорить, но приблизительно так, 1098, допустим, округлим 1100 против 769, а теперь добавьте к этому процентные руны. Действительно, фунгпэк в этом плане послабее будет, но все-таки хп побольше, как ни крути. И сейчас перейдем к скиллам, и я говорю плюсы и минусы этого. Первый скилл, все понятно. Второй скилл — атакует врага, то есть то же самое, что я и говорил о огненном скилле. Я не думаю, что стоит повторяться, если вы там забыли, перемотайте назад. Третий скилл, ох, вот это действительно интересный скилл, крутая анимация, не знаю, мне очень нравится. Циклическая молния — атакует врага сильной молнией, при гибели врага атакует всех врагов еще раз. Действительно, скилл очень мощный. В пати с фунгпэгом я советую, конечно же, иметь какого-то массового раскольщика, к примеру, пирата, либо луэра. Пират, конечно же, лучше заедет, потому что третий скилл зависит не от хп, там, ни от чего, а лишь от вашей атаки. Да, чем больше будет атаки, крит дамаги, тем сильнее жахнет скилл. На практике, как работает третий скилл? Допустим, вы убиваете одну цель, а вообще, давайте рассмотрим даже такую теорию. У вас походил пират водяной. Дал баф на фунгпэга. На всех, в теории, он накинул расколы. Фунгпэг выходит по самому, ну, допустим, тонкому монстру, да, которого вы считаете, либо самому толстому, неважно, урон там пройдет один и тот же. И вы, допустим, критуете, убиваете цель. Тут же, после того, как вы убили, анимация этого же скилла, только на каждом монстре появляются вот эти вот молнии, кара Зевса, как я ее называю, проходит по каждому монстру. Бьет действительно больно, но опять же это будет зависеть от ваших рун. Если вы оденете на него какой-то фатал 4-звездочный, ваш фунгпэк супер-мега класса не покажет. И если у вас нет масс раскола, либо белка, которая походит по двоим, по троим, фунгпэк не выдаст своей пользы. Действительно, персонаж требователен к массовому расколу, потому что без раскола и бафа на атаку фунгпэк, ну... будет очень слаб, и он вам, наверное, даже и не понравится. Но, опять же, за счет второго скилла он является некой контрой такому персонажу, как Тео Марс. То есть, ифритушка воды, водяной ифрит, да. Поэтому скилл действительно мощный, анимация крутая, я бы не отказался от этого персонажа. Да, я уверен, я бы его даже раскачал бы, хоть у меня и ветреных много, но приятно через пирата ваншотнуть всю команду. Это круто, я бы взял, допустим, в пати Бернарда в лидеры, пирата, фунгпэга и кого еще можно было бы взять? Кого бы. Да, в принципе, уже и четвертый, наверное, не нужен. Хотя можно было бы... Нет, в лидерка уже неплохая стоит. Кого бы еще можно было бы втыкнуть в это все действие? Знаете, либо какого-то такого страховщика, типа часунки, любого хилера, который вдруг что, отхилит там фунгпэга, если он там где-то забакопорил или не убил так, как вы хотели. Либо взять еще одного ДД. Да, можно, желательно даже массового, можно взять Акмамыра какого-то, можно взять Люшена, ну, в общем, любого действительно другого массового ДД. Они неплохо, я думаю, вместе сойдутся, если фунгпэк там не ваншотнет всю команду после того, как вы сделаете. Так, как я рассказал, да. Едем дальше. Лидерка. Навык лидера увеличит крит шанс удара союзника на 24%. Лидерка также работает везде. Не самая полезная лидерка, но опять же, если у вас вот такая вот неплохая пати, вы рассчитываете на то, что вы в любом случае походите первым, вам не нужна скорость, либо там атака в лидере, то можно использовать, да, то есть добить, допустим, какую-то сотку шанса крита, либо поднять просто как можно больше шанс крита, тоже где-то заедет. Я не говорю, что лидерка бесполезная, но все-таки реже будет использоваться, чем атака, чем скорость и подобные лидерки. Да, но если выбирать чисто для атаки хп, либо крит шанс, я бы выбрал крит шанс. Конечно же, если не у всех ваших монстров, допустим, там 100% крит шанса, тогда эта лидерка просто вам ничего не даст. Да, перейдем дальше.
А в плане рун, чуть-чуть забыл. В плане рун, что сказал бы об этом персонаже? Лучшим сетом, наверное, на него будет это, естественно, Rage плюс Blade. Но если вы, извиняюсь, в игре 2 недели или 3 там, или 2 месяца играете, никакого Rage у вас не было и не будет ближайший год. Уж смиритесь, прошу вас, и не нужно фармить B7 или B6 некроманта для того, чтобы получить 4-звездочный какой-то несчастный Rage и типа из-за того, что вам кто-то рассказал, что фунгпэк в Rage лучше, это будет лучшим вариантом. Нет. Некроманта нужно фармить как минимум B9 или 10. И те, кто его фармят сейчас, пожалуйста, выйдите с него. Я не знаю, забудьте его на ближайший год, пока вы не соберете нормальную пати. Почему? Потому что если вы меня смотрите, вы доверяете моим советам, а не будете глупым и тупым нубом, который дальше будет это продолжать делать. Спасибо, да, за это. Вот, что советую я вам в этом плане, конечно же, фармить... Кого вам нужно фармить? Конечно же, гиганта. На гиганте вы выбьете хороший фатал. Я уверен, что если вы фармите B7 там какого-то некроманта, то, наверное, B9, B10 гиганта вы уже фармите. И это правильный вариант. Выбивать на него фатал, хороший фатал на него заедет и Blade. И в сумме, если у вас по атаке я не буду говорить, по статам скажу так. У вас должна стоять атака, крит дамага, атака. Фатал плюс Блейд, то есть плюс 35% к атаке и плюс 12% к шансу крита. Сделать ему, ну хотя бы 70, наверное, шанса крита. Это, конечно же, плюс, если что, вы можете лидеркой догнать, либо каким-то бафером типа Зика, типа Шарика, Квиллы, тоже неплохо заедет. Ну, это два самых популярных бафера просто на крит шанс. Да, неплохо заедет действительно, и с фунгпегом будет сочетаться. Естественно, собрать просто максимум количества атаки. По уровню здоровья, да, если вы будете там ловить какие-то допы, то есть и здоровье у вашего фунгпега будет тоже в лейте там около 20, даже, наверное, 25 тысяч. Это тоже где-то неплохо, так как вашего фунгпега нельзя будет где-то даже и заваншотить сразу же. Да, это тоже где-то бонус. Итак, едем дальше. Свет. Вегонг какой-то. Да. Первый скилл понятно, второй скилл то же самое, в зависимости от потерянного здоровья. Точно такой же скилл, как и у водяного, да. Дальше, третий скилл, небесная защита. Дарует защиту души всем союзникам на 3 хода. Если союзник погибает при активизации данного навыка, то он-она, опять же, вот это он-она, лучше правильно описали бы другие скиллы, автоматически возрождается с 30% здоровья. Скажу так, этого Нгвегонга, или как его там, контрит полностью любой клинсер в этой игре, полностью и на корню. К примеру, ситуация простая, да, вражеский Нгвегонг, господи, давайте Гонгом буду его называть, вражеский Гонг ходит третьим скиллом. Вы убираете все эти бафы на всех его союзников, все, Нгвегонг ничем не полезен. Да, я понимаю, что водяного также можно законтрить и снять там вот этот вот иммунитет, там баф на... То есть баф на щит, все такое. Но у Нвегонга все-таки это про... Гонга у этого проще сделать, так как вы можете тактически каждую цель фокусить через даже какую-то банально Меган. Меган тоже прекрасно снимет вот этот вот щит, ну, то есть вот эту вот защиту души, вот этот баф на то, что если персонаж воскресит, то есть персонажа вы убиваете под этим крестом, да, то есть вот этой вот птичкой, он воскрешается. Так он, естественно, не воскресится. Да, это одна из самых печальных первородок в игре, и многие с этим согласились, даже я видел какое-то голосование, где вот этот вот Гонг, он реально выиграл, но выиграл, конечно же, не в той степени, в которой он бы хотел бы, наверное, выиграть, и не то, что хотел бы выиграть. Да, он завоевал степень самой бездарной, ненужной в этой игре первородки. Это на самом деле печально, но хотя я бы, наверное, бы еще поспорил, но сейчас я просто не вспомню, кто может быть печальнее из первородок. Я очень надеюсь, что его третий скилл переделают. Да, в теории, как бы, он может воскресить всю команду, если она сдохла, даже себя воскресить, и у всех будет там 30% здоровья. Но на практике это абсолютный бред, потому что это может сработать только если вы атакуете. Но все-таки, знаете, честно, попался бы у меня этот гонг, я бы с вот таким вот лицом бы... чуть бы не плакал, потому что свет, тьма, первородка, за которую там 100 рублей, наверное, не дадут, ну не дело даже в деньгах, но полезности он никакущий не выдаст. Вот я не знаю, что ему нужно сделать или добавить, там может как-то сделать так, что нельзя, допустим, если, к примеру, нельзя будет этот баф снять именно у него,
то, возможно, да, где-то будет неплохо. Но я не знаю, как ему переделать третий скилл так, чтобы это стало юзабельным, и персонажи действительно хотели бы видеть у себя в рядах. А так, печальный вариант. И в плане рун, честно, я даже не хочу оговаривать, так как я бы персонажа не одевал и никому не советую. Действительно, это одна из самых бездарных и мало востребованных первородок в игре. Абсолютный бред. Да, иногда и первородки бывают такими. Я очень надеюсь, что его когда-то переделают. Много жалоб на него. Я читал разнообразные форумы, где предлагают. На форум Хайва предлагают его переделать. Очень просят, но разработчики пишут: да, скоро сделаем. Окей, ребята, чё вы, господи. 2 года игре. Что же мы его за 2 года не переделали? Да. Лидерка лечит здоровье. Ну, понятно. Лидерка хоть что-то более-менее полезное. Также лидерка работает везде. Честно, руны даже не хочу оговаривать, потому что это абсолютный бред. Одевайте на него что хотите. Хоть и 3 сета блейда. Печально, на самом деле. Я, ну, не знаю, я хотел бы всплакнуть вместе с вами, если у вас есть эта первородка. Пока... пусть она у вас просто валяется. А вот Вунца, Вунца крутой петушара. Да, Вунца неплохо рубит. И перейдем к скиллам. Первый скилл понятно, второй скилл то же самое, что у огня, у ветра. Вот, у темного, я думал просто у света, я не знал у кого из них точно. Ну вот, у огня точно такой же скилл. То есть тоже снимает бафы, накидывает бабочку, бла-бла-бла. Третий скилл отнимает у каждого врага по одному усиляющему эффекту и здоровье, равное 15% от своего максимального здоровья. Скажу так, в плане скилла, полезность он может выдать и очень полезен, потому что те, кто встречает этого Вунцу на всяких там хардах башни, даже мне он очень много доставлял проблем, потому что этот этаж часто меня тормозил, и вот до того, как я прошел сотку башни, меня Вунца, по-моему, раза два. Один раз он меня на 50-м остановил, еще когда я там только начинал играть. Он когда походил третьим скиллом и убил фактически всю мою команду, я так... окей, такой, дальше пошел руны фармить. Думаю, это что вообще за бред? Это вообще реально? Но и многие его все-таки переоценивают. Вот увидели, знаете, как на харде Вунца бьет. Блин, Вунца и Вунца. Могли бы хоть там пару букв еще дополнительно добавить. Ужас, я их тоже часто путал раньше. Вот, что скажу в плане этого. Нубы, знаете, посмотрят и такие думают: вау, нифига себе, он на харде бьет на 50 тысяч. И думают, получит этого Вунцу, и он тоже будет всех бить на 50 тысяч. Нет, народ, обломитесь. Всех он на 50 тысяч вряд ли будет бить. В самых мега-уберских топовых рунах под бафом атаки, всеми делами там, я не знаю, с максимальным количеством здоровья, все это дело... возможно, но знаете, вам нужно, наверное, еще лет 5 будет поиграть, чтобы достичь этого дамага. Да, персонаж действительно хороший, очень хороший, и в каких-то случаях он будет даже получше, чем если сравнить его, к примеру, Чхиву. Ну да, Чхиву — это ближайший персонаж из его семейства, с которым его можно сравнить. Он также отнимает бафы, но вы видите, у каждого врага по одному усиляющему эффекту, да, и здоровье равное 15%. Вот, бла-бла-бла, то есть еще и отхиливается. В плане первого вот этого описания, что можно говорить. Вунца, конечно же, ой, Вунца, Чхиву немножко круче, потому что он снимает абсолютно все. Неважно, там будет 1 баф, 2, 4, 5, либо там 8, или сколько максимально бафов. По-моему, 11 бафов на одной цели. А, не 11, по-моему, 10 бафов на одной цели я видел. Это реально прикольно. Там были и щиты, и защита от шанса. Короче, там все было. Прикольный скрин я видел. Куда там, по-моему, паренек сходил на B8 или B9 дракона, и у него, по-моему, все вот эти вот бафы были. Просто сам факт, что на всех персонажах там такие полоски. Обычно ты видишь, как на всяких там мобах противников куча дебафов, а здесь наоборот бафы. Классно, классно смотрелся скрин. Если найду, попытаюсь добавить его в видео, но не факт. Вот. Но Вунца в этом плане может еще и дамагу выдать неплохую, потому что вот 15% это тоже неплохо. Это действительно неплохо. Да, да. Такие дела. Плюс он еще и отхиливается. Да, вы понимаете. Это действительно неплохо. Лидерку еще забыл, да, говорить. Увеличивает защиту союзников. Опять же, да, вот лидерку они не могут нормально вот перевести. А вот где там он, она, ну, вот, там они могут это написать. Ну, короче, сколько уже персонаж в игре. Наверное, уж точно больше, чем год или полтора. Но как я только начал играть, по-моему, уже все эти пионеры были. Насколько я помню. И до сих пор они вот не перевели нормально на нормальный русский язык.
Блин, я не знаю, это... Заплатите мне 2 рубля, я попытаюсь на свой лад перевести это дело. Итак, что расскажем о лидерке? Лидерка, конечно же, работает везде абсолютно, дает защиту 33%. Ну, знаете, где-то это будет и полезно. Действительно, если у вас нет лучшей лидерки, почему бы нет? Допустим, в деф можно поставить Вунсу, его же в лидеры, и он неплохо себя будет показывать. Потому что в дефе я его не люблю. Он часто, да, вот я хожу там через какую-то катьку, его еще и делают быстрым, потому что вы видите, он также получает при эвейке плюс 15 скорости, и зачастую Вунсы, у большинства Вунс там около 200 скорости. Моя Валька, конечно же, не всегда сможет обогнать, даже через там баф Бернарда, даже через там... пополнение атак бара Меган не всегда успевает обгонять, и Вунса часто снимает, то есть щит вот этот от Хлои, и Валька просто не может походить третьим скиллом толково. Поэтому, да, контрит Вунса неплохо, такие все дела. Вот, что скажу в плане рун. Я бы поставил все-таки Виолент либо Деспайр. Почему Виолент? Для того, чтобы он чаще ходил с третьего скилла, да даже со второго. Вот, допустим, если сравнить Чхиву, наверное, не нужен Виолент. Это разве что у вас вообще нет какого-то там Деспайра, и тогда можно поставить хороший Виолент. Но если у вас Виолент, мягко говоря, хромает, он там трехзвездочный из четырех, пожалуйста, выкиньте его, либо продайте. Да, но ни в коем случае не одевайте на таких топовых персонажей в игре. Вунса. Ему, конечно же, я бы поставил тоже, скорее всего, Деспайр. Либо, конечно же, тоже можно поставить Виолент. Что еще в плане статов? Во второй слот я по-любому бы поставил бы ему скорость и сделать его быстрым. То есть, чтобы просто даже напрягать своим вот этим вот показателем родной скорости. Потому что, когда ты видишь Вунсу в дефе, это как даже можно сравнить немножко с Хлоей. На Хлою не любят нападать из-за того, что накидывает щит. На Вунсу не люблю нападать, как и на Праху, из-за того, что снимет какие-то там бафы. А это не есть хорошо, да. То есть, что Праху делают зачастую быстро, и что Вунсу делают зачастую быстрым. Да, плюс со второго скилла он может походить и на рандоме ударить кого угодно, ну разве что, допустим, если белку взять, то он точно будет бить белку, по свету будет бить вторым скиллом, то есть это, наверное, не будет критично. А так он может ударить и Вальку вторым скиллом и снять 2 бафа, короче, очень сильно помешать. Персонаж хороший, да, действительно, если он у вас есть, вам повезло. Надеюсь, видео вам было чем-то интересно, полезно. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал, если вы хотите отдельно от мира всего, да, пообщаться со мной в скайпе, оговорить все ваши вопросы, там, я не знаю, узнать все о вашем аккаунте, поменять руны вам, пройти какую-то башню, рассказать вообще, кого стоит качать, кого нет. Я думаю, информация для новичка будет крайне важна и полезна. Поэтому обращайтесь, я думаю, мы в этом плане всегда договоримся. И напоминаю, что 16 апреля, да, будет такой массовый челлендж, глобальное открытие свитков на стриме. Все, кто хотел бы принять в этом участие, все, кто хотели бы, чтобы я в прямом эфире на стриме открыл бы их свитки. Я считаю, день будет такой, крутейший вечер мы проведем на стриме, потому что свитков должно быть много. Я думаю, все будут открывать, кому не лень, на 9889 канале, кто не захочет, допустим, мне доверить свой аккаунт, либо у него не будет того количества свитков, которые я, ну, хотел бы открыть. Минимум. Минимум, да, должен быть 35 вызовов. Неважно, там у вас будут камни. В общем, минимум 35 вызовов. Леги, конечно же, тоже приветствуются. Там свет, тьма, камни и тому подобное. Все в это входит в учет. Да, поэтому, если вы хотите сделать что-то подобное, и тем более, если вы хотите, чтобы я вам открыл на стриме, не обязателен, кстати, скайп, микрофон и тому подобное. Если вы хотите, можно пообщаться. Если нет, вы мне можете просто отдать логин, пароль, там, написав мне до 16 апреля. Можете даже сейчас написать, я вас просто занесу к себе, там, я не знаю, какой-то черновичок, чтобы я знал, что можно на ваш аккаунт зайти, там, 16 апреля вечером и открыть ваши свитки. Если вы еще не собрали, у вас есть еще, я считаю, куча времени, там, 3 недели у вас есть, чтобы собрать это количество свитков. Я считаю, 35 свитков собрать за 3 недели, я не говорю, что это реально, нереально, это можно сделать. К примеру, у вас там сейчас 20 свитков, и вы бы хотели подобное сделать, 15 свитков, по-моему, за 3 недели, это очень реально, там купить за кристаллы и тому подобное. Да, буду я открывать с теми, кто хотел бы пообщаться со мной в скайпе, параллельно, конечно же, я буду с этим человеком еще и в скайпе общаться. Кто нет, я просто зайду с темным экраном, да, на ваш логин, пароль, и буду открывать свитки. Надеюсь, много будет всего интересного.
интересного, первородок, достойных 4 звездочных монстров, то даже и 3 неплохих попадется. Поэтому отписывайте мне ВКонтакте, всегда помогу, всегда возьму информацию во внимание, и мы это все дело обсудим. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, вы знаете, я являюсь еще и гарантом по игре, то есть если у вас намечается сделка, купить, продать, обменять, обращайтесь ко мне за умеренную цену, мы договоримся, и сделка ваша пройдет со 100% уверенностью, вероятностью того, что вас не кинут, не обманут, и все пройдет очень хорошо, как для вас, так и для продавца, покупателя или кем вы там не являлись. Да, всем спасибо за просмотр этого видео, всем удачи, качайте правильных монстров, и самое главное, одевайте их в верные и лучшие ваши руны. Пока-пока!